Доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о том, как снять ICO образ операционной системы с USB флешки или диска, так чтобы в последующем можно было записать загрузочную флешку или диск с этого образа. Приступим. Для этого нам понадобится программа Ultra ICO. Ссылочку на загрузку данной программы размещу в описании. Устанавливаем данную программу. Оставляем все галочки на месте. После установки программы запускаем ее. Нажимаем на кнопочку «Ввести». Регистрационный код. Запускаем Kagen. Кстати, крайне рекомендую им пользоваться. Лучше лицензию приобрести. Но все же, если вы решились, то запускаем. Нажимаем на кнопочку Generate. Копируем имя. И серийный ключ. После данных манипуляций запускаем программу. После активации запускаем программу. Предварительно вставив флешку или диск в ваше устройство, находим ее в нижнем левом каталоге и перетаскиваем в правый верхний рабочий стол. Открылись наши файлы на флешке. Ищем в панели меню раздел «Файл». Нажимаем «Сохранить как». Вводим имя нашего будущего архива или образа операционной системы. Выбираем ICO файл. Также выбираем место сохранения нашего файла. И нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь лишь осталось дождаться окончания обработки архива. Ожидаем. Создание образа с флешки подходит к завершению. Данный процесс в моем случае занял 6 минут. Файл образа, как вы видите, появился на рабочем столе. Весит он 3,5 гигабайта. Кстати, будет не лишним проверить. Вот такой образ был создан нами с флешки. Такой же процесс происходит при копировании
образа с диска. Спасибо за внимание. Если данный видеоурок был вам полезен, помогите каналу вашим вниманием, поставьте лайк. Всего доброго.